Всем привет! Вы на канале SmartWatch. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, как вам уже сказала моя доченька Кристина. Ну, а я вам хочу вот предоставить вот такой циферблат, просто крутой. Это кастомный циферблат, который нужно будет устанавливать через кастомное приложение здоровья Huawei. В описании видео будет ссылочка на то, как это сделать. А здесь же, дорогие друзья, мы с вами смотрим прям реально классный циферблат. Классный, просто круче нету. Смотрите, красотища какая. Здесь карбон, типа там какой-то классненькие вот эти вот, как они, индексы. 12, пожалуйста. Вот когда она горит красным, кстати сказать, это значит, что у нас есть здесь вот сообщеница. Удалили его, и оно стало, видите, беленьким. Опять красненькое, значит, сообщение. Вот так вот сделано интересно. Дальше. Давайте пройдемся по настроечкам. Ну и посмотрим сразу, сколько батареечку жрет. Второе, видите, у него по шкале по ихней второе место. Это значит, ну, достаточно нормальненько так кушает он. Вот здесь все тапы, тап-зоны. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Встроенные. Вот эти вот две, они могут меняться. Нажали на одну, выбрали что-то здесь не так много. Секундомер, таймер и так далее и тому подобное. И здесь можно выбрать тренировки базовые. Ну и в итоге мы с вами имеем просто реально крутой циферблат. Все ссылочки на него будут в описании видео. Проходите и качайтесь. Ну а вы были на канале SmartWatch. Пока.